Вот такая интригующая музыка у нас для начала. Ребята, шоу «Игра интуиции» у нас прямо сейчас. Ваня опять два участника. Экран. Иван, Яна. Фора. Вы готовы? Да. Да. Тогда начнем. У нас будет три раунда. Ну, как мы знаем, у женщин лучше интуиция работает, чем у мужчин. Так как у нас все по-честному в программе, Яна, выбирай категорию. Узнай знаменитость. Поехали. Ну, конечно. Какой? Стреляй. Четыре. Четыре. Кто это? Здесь объединены два человека. Ты знаешь? Это Лукашенко, да. И... Ну, слушай, второго сложно догадаться. Стэтхэм, что ли? Давай посмотрим. Нет, не Стэтхэм. Ты была близко. Полбала. Полбала, будем считать, что ты заработала. Так, Ваня, так, стреляй. Эту же категорию. Дай первую. Два человека. О, Филипп Киркоров. И? Еще второй есть? Ну, да. Ну, этот, который... Стас Михайлов. Можно я скажу? Поможет Яна, но это не в зачет. Это Петр Первый и Киркоров. Конечно же. Я рисовала так, по полбалла. По полбалла у вас, ребята. Ну, ладно. Яна, твой выстрел. Пять. Это Малахов и Малахов. Ну, давай поймем. Геннадий Малахов, Андрей Малахов. Конечно, молодец. Полтора балла у Яны. Ты как Геннадий это узнала? У него Иван? Вот эта часть лица. Видно, кто смотрит больше всего оздоровительных. У тебя есть два варианта. Второй. Два. Да нет, не люблю цифру три. А, Ульянов. Так, и... А вот вышел. Очки посмотри, вот у него такие очень характерные. А, ну это из Comedy Club. Да, да, да. Как его зовут-то? Ну, который... Тарасян. Продюсер. Да, будем считать, что правильно, Вань, молодец. Так, у нас было по полтора балла сейчас. Молодцы. Так, ну, по полтора балла разошлись. Игра закончила, что ли? Нет, вторая категория, Яна вновь выбирает. Угадай фильм. Угадай фильм. Три. Это Яна. Один, два, три. Ваня, есть варианты? Это елки. Конечно. А я принцип не поняла вообще. А и кошки при чем тут были? Это загадывало? А просто... Ваня понял принцип. А я не там объяснить. Ты представляешь, я наугад сказал елки. Надо было объяснить, я не поняла. Что по кофте, вот честно, кофту увидел. Это был мартовские коты. Вот, Ваня отгадал, 2,5 балла зарабатывает. Ваня, ты сейчас выбираешь Жене цифру. Женя минус, что мне объясняет. Цифра один. Один, так. Угадай фильм, объясняй принцип. Нужно отгадать фильм, Ваня. Полоса 3. Нет, не полоса 3. Бриллиантовая рука. О. Бриллиантовая рука, конечно же. Все понятно. Два по 2,5 балла, ребята, у вас. Яна. 4. 4. Это горячие финские парни, особенности национальной рыбалки. Не помогай, Ваня. Вот Ваня сказала рыбалки, ты сказала. Я сказал охоты. Ты сказал охоты, ты сказал рыбалки. А правильный ответ сейчас мы с вами посмотрим. Это... охоты. Ай. Ваня, 3,5 балла. Полбалла я, в общем, ну, у вас уберу. 3 на 2. В общем, Ваня. Ты сказал рыбалка, я охот. Ваня, твой вариант? Мой вариант 4. Вот он. А, уже? Да. Это шарик. А называется? Шариков. Ну, называется, это когда собачье сердце. Да, молодец. Так. На валу его похож. Что, ты сегодня такой умный вообще? Номер 7. 4-2. Ян. 4-2 в пользу Вани. Это, это утомленный солнцем. Утомленный солнцем, говорит Ваня. Или белое солнце пустыни это. Да, белое солнце пустыни, я просто. Ну ладно, зачтем. Только потому, что ты нам платишь зарплату. Так бы, конечно, если бы по-честному, то не зачли. Почему это? 3-4, ну ты сказала не тот вариант. Я оба сказала. 8. И... Ой, сложный. Так, Ваня. Так это ж... Посмотри на одежду. Ватсон. Название. Это... Шерлок Холмс, доктор Ватсон, совершенно верно. Это Иркель Пёрок, представляешь, тоже был сочетан. 5-3. Нет, это не Иркель Пёрок. 5-3. Ваня пока лидирует. Яна? 6. Это подожди, стиляги. Ваня, да. Молодец. Так. Я, кажется, так много фильмов знаю, хотя я даже фильмы не смотрю. Ваня? 2. 5-4 пока счет в пользу Вани. Ваня? Это легко. Ваня? Это что за... А что ты мечтаешь, мы 3, 2, 1? 3, 3 2, 2. Королева. Проверка, миска. Королева. Вий. Вий, да.
Молодец. Наталья Варлей. Я не знаю этот фильм, я не смотрел. Что у нас там? 5-5. Поднимите мне веки. А давай последний угадаем, который не угадали. Я это видел. Из первой. Я это видел. Ваня, шанс тебе дадим. Еще шанс? Знаешь, знаменитость, мы же не угадали одну. Ну давай, я это по-любому знаю. Давай, угадывай. А, Юра Шатунов. Элвис Пресли из Земфира. Что ж, это было забавно. Всегда нужно делать приятные женщинам подарки вот такие. Сегодня я это продемонстрировал. Вы тоже так же делаете. Как будто поддался. Ваня мастер делать подарки, когда не нужно ничего тратить. Вот такая сегодня забавная у нас получилась игра New Day Games. Как всегда, Женя очень здорово ее готовит. Спасибо тебе большое. А впереди у нас будет ликбез в рубрике «Акцентология». Теперь я буду мучить ребят.